вообще это роща дубовая. В 17 веке здесь высадили кедры, пихты, разнообразные деревья. И возраст этих деревьев в Коломенском 400-600 лет. Вот этот Петровский, его называют и называли так, потому что здесь обучался грамоте Петр Первый. Петр Алексеевич, будущий царь России, Петр Первый. Вот он, этот дуб старинный, древний такой дуб. Сидел под этим развесистым деревом уже 300 лет назад. И как он вырос уже тогда, во времена Петра Первого, царевича Петра Алексеевича, думаю, было 300 лет, а сейчас 600. Ну, деревья, конечно, огорожены, очень красивая дубовая роща, одна из старейших в Москве.